первом заезде резво вырвалась вперед лошадь по кличке Заколка. Русская рысистая быстрее всех преодолела дистанцию в 1600 метров. Со своей хозяйкой она знакома всего год, но им уже удалось подружиться. Лошадь, ну, видится к человеку, который за ней ухаживает и так далее. Она принимает его, она доверяет ему. С помощью доверия вот это все и происходит. У вас получилось с ней найти общий язык, да? Да, а хотя это было сложно. А да, почему? Кобыла с характером такая. Соревнования включают в себя 14 заездов. Например, в этом соревнуются только рысаки. При выборе дистанции участники руководствуются не только породой и возрастом лошади, но и ее подготовленностью. Они, когда к нам заявляются, они сразу определяют, какая лошадь у них, на какую дистанцию может идти. И в последующем они уже заявляются именно на такую дистанцию, какой им лошадь привыкла. Лошади верховой породы соревновались на дистанции в 1000 метров. Первый к финишу пришел жеребец из Тукаевского района. Серебро у кобылы по кличке Тактика. Мало готовилась. Времени было мало? Да. Почему? Было мало времени. А вы недавно с ней знакомы? Нет, 3 года. Я ее за ребенком вырастила. Призеры каждого заезда получили подарки. Анастасия Елисеева, Алексей Шатунов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».